Доставайте блокнот и записывайте рецепт. Я научу вас побеждать. Три составляющих. Первое. Банан. Пища настоящего атлета. Калий, магний, фосфор и куча витаминов превратят тебя в терминатор. Идеальная комбинация веществ, чтобы не облажаться на крупном турнире. Второе. Такой человек, как я. Кто я? Я машина. Я решаю проблемы, а они уже тебя ждут, раз ты на МКС. И дело в третьем составляющем. Когда ты готовишься к битве, в которой только за последние два матча забито голов столько, что пальцев двух рук не хватит. Когда обладатель Кубка Карантина встречается с победителем Арена Медиа Кап, важно каждое решение тренера. Именно ее, драгоценную папочку с наработками тренеров ГИКа, доверено берегать мне. Система безопасности продумана до мелочей. Мы сняли загородный дом в подмосковной глуши. Везде расставили камеры. Сигнализация на базе новейших охранных систем. Да и сам сейф попробуй открой. И, конечно, самая надежная система в этом доме – я. Кубок карантина. Гнилая попытка фальшивой победы Тамкала завершилась провалом. Теперь им предстоит честный поединок против настоящих мужчин. 31 июля. 19:30. Матч открытия. МКС Фанбет. Уги. Амкал. Доставай телефон. А, да, хорошо, конечно. Звони в скорую. Зачем? Зачем? Набирай 103, диктуй адрес и спрашивай, что делать с пальцем. С каким пальцем? Со сломанным пальцем. Ай! Я с детства забьюк. Да ну, серьезно? Отвечаю. МКС – отличный способ доказать верность команде. Я знаю Амкал изнутри, вместе мы сможем уничтожить Германа. А если проиграем? Пусть о поражении думает Амкал.